данном примере нужно выбрать правильный вариант ответа. Система звуком и визуально покажет правильность действий обучаемого. Все эти примеры могут быть подготовлены на любом языке. Все эти надписи могут быть переведены. Это пример задания на распознавание речи. Нужно правильно назвать голосом ответ. И система проконтролирует, проверит и даст оценку. Тут может быть и видео, и графика совмещена в этом тестовом задании. И покажет анимационно правильный вариант ответа. Это задание на вычисление. В данном случае это умножение. Могут быть примеры на любые арифметические действия. Показывается счетчик времени, показывается сумма набранных баллов. И это все также можно локализовать на любой язык. Arándanos azules. Frambuesas. Fresas. Все остальные примеры наглядны, понятны и не требуют никаких моих устных комментариев. Пожалуйста, смотрите.
one today I'm going to show you how to make this thing. The game of farm animal sounds. Click on the animal that makes this sound. A cow. That's right. Let's try another animal sound. Click on the animal that makes this sound. You clicked on the sheep. That's correct. Let's try another animal sound. Click on the animal that makes it. Which animal is it? Here's the sound again. Click on that animal. Good job! It's a duck. Let's try another animal sound.
click on the animal that makes its sound. Oh no, that wasn't the right animal. Click on the green arrow if you'd like to try again. If you want to go on to the next animal, click on the animals. If you'd like to stop playing this game, click on the star. Click on the animal that makes this sound. That's right, it's a chicken! Let's try another animal sound.